Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, TheMaster. И сегодня мы поиграем в мою игру Mind Mob Clicker. Да, я уже думаю, многие из вас, у кого есть Android, поиграли, попробовали. Я почитал кучу отзывов, как хороших, так и отрицательных. Вот, многие даже говорили, типа, сделай обзор там на плохие отзывы, там такую жесть пишут. Я почитал, да, действительно, я, видите, прокачался до 80 уровня. Многие, конечно, качнулись уже там до 100-х, до 200-х, до 300-х. И даже в мою игру покидали 500-е левела, короче, жесть. Но, ребята, многие говорят, что вот, типа, доходишь до определенного момента, его невозможно играть, да, и, короче, я вам хочу кое-что рассказать, да, хочу рассказать то, что многие могли не заметить, сейчас, я не знаю, в обновлениях, вот здесь есть такая кнопочка, да, вот смотрите, во-первых, когда вы нажимаете на персонажа, да, в менюшке, здесь пока что обновление это не исправили, но думаю, исправили, здесь есть такая же кнопочка «Начать заново», справа снизу, видите, да, это кнопочка, которая позволяет вам переродиться, она будет потом называться «Перерождение», просто, ну, «Начать заново» как-то звучит немного глуповато, я только сейчас это понял, вот, и здесь вы можете полностью сбросить свой уровень, начать сам начала и получить кристаллы. За кристаллы вы прокачаете свои вечные улучшения, и таким образом вы сможете прокачивать своего персонажа, увеличивать его урон, увеличивать здоровье, увеличивать что угодно, и таким образом проходить те левела, которые вы не смогли пройти. То есть это как бы такое любят делать в кликерах, и поэтому мы такое сделали, что я, видите, пока дошел только до болота, к сожалению, да, там некоторые уже и до кор, и до куда только не дошли, неважно. Вот я потому что сам, ну, сижу, когда общаюсь с подписчиками в Дискорде, там бывает покликиваю, да, вот только клирика себе, кстати, купил, вот, то есть в принципе, мне нравится, как мы все сделали, но пока очень мало контента. Это многие заметили, да, но я вас уверяю, что мы сейчас в ближайшие вот 10 дней будем фиксить баги моей игры, получается, которые уже есть, там, доработки делать некоторые, изменить. Уже спасибо тем, кто написал, кстати, баг-репорты, вообще респект, чуваки, те, кто писали, да, мы там даже ники указали в обновлении этих людей, да. Про черную магию мы знаем, да, то, что нельзя выбрать, так вообще и задумывалось, но скоро мы переработаем этот момент. Не переживайте, черная магия все равно была супер отстойной, поэтому, как бы, там, да, свои были проблемы, вот, в общем-то, пока что сильно не заморачивайтесь по этому поводу, прокачивайте светлую магию, да, то есть я сейчас возьму все исцеления прокачаю. Вот, давайте я попробую сейчас ребиснуться, в принципе, да и показать, как работает эта система, да, мне, конечно, было лучше дальше прокачиваться, чтобы получить еще больше алмазов, ну, пофиг. Так, пофиг, давайте просто, может быть, чем-нибудь скрафтим еще, кстати, может, кинжал, сколько он, интересно, будет давать. Вот, да, еще, кстати, переработаем систему вещей, мы так сейчас посидели, подумали, что то, что они дают, ну, типа, определенные какие-то значения, это немножечко не круто. Скорее всего, в ближайших обновлениях будет сделано, что у них будет разный... О, нифига, у него сила. Ну-ка, нифига себе. Погодите секундочку. Так, давайте старый меч продадим. А этот меч закинем. Вот это да. Ну, конечно, наверное, будут дамажить. Намного сильнее будут дамажить, да? Ну-ка, надо проверить это дерьмо. И в навыках, кстати, еще сапнул себе скилл. Все, поехали. Нет, тинти... Ох, блин, как я не вижу, тинтишки, они появляются, и все. О, да, кстати, урон вырос. И монстров я на этом левеле гораздо быстрее теребахаю, вот, но в любом случае, 81 левел. Ладно, сейчас попробую ребиснуться, прокачать скиллы и показать, в принципе, что это дерьмо работает, да, то есть, как бы, как это... Вы, кстати, напишите в комментариях, ребятки, у кого какой уровень уже, кто до какого уровня дошел, да, сколько раз вы уже ребитнулись, если ребитхаетесь, не знали, что ребит существует, то, блин, ведьма так еще атакует прикольно, кстати, анимация так и другая. Конечно, мобов будет больше, всего будет больше, ребят, мы начнем наполнять контентом игру, то есть, дополнительным контентом еще чуть позже, после того, как пофиксим баги, как я и сказал, да? Вот. Так, все, хорошо, давайте в меню вернусь. Все-таки пора бы уже ребитнуться. Что можно за уровни еще алмазики получать. Я вон, кстати, знаете, что я прокачал во вторую очередь? Я, кстати, вам покажу, да? Я просто не знаю, лучше это вариант или нет. Но что мало, не так много тестил, лидерство прокачал, чтобы уменьшить время перезарядки атаки помощников. По-моему, неплохой скилл. Хотя, по мне, вот еще можно прокачать, понижать время перезарядки активов, ну, умение, критический удар. Критический удар можно прокачать, правда, я не знаю, насколько мне дает плюса. Вот, ну и урон бы я бы, конечно, прокачал, может быть, даже два раза. Ну ладно, давайте нажмем начать заново. Кстати, вот видите, я уже на 230 кристаллов получаю больше. Посмотреть рекламу и получить удвоенную сумму. Хм, кстати, неплохо. Давайте посмотрим рекламу, получим удвоенную сумму. Я-то, в принципе, только за. Так, все, посмотрел рекламу. 2400, видите, мне дают кристаллов. Да, да, получаю все, видите, 0-0-0. Все вайпнулось у меня полностью. Получил достижение и снова здравствуй. 2400 у меня кристаллов. Перехожу сюда, прокачиваю урон на 5%. Прокачиваю еще на 5% урон. Так, хочу узнать, сколько у нас крит увеличить.
увеличивается на 10%. Ну, это, кстати, урон критического удара на 10% неплохо. Так, прокачают, думаю, еще вот это вот дело. Откат у помощников. 480 кристаллов у меня остается. Больше я ничего не могу купить. Я, кстати, могу за них покупить себе сундучок сразу же. В кузнице вроде. В кузне. А, ну давайте, пока мы здесь все это делаем, зайдем в пещеру и отправим нашего персонажа. О, мы пока можем отправить только в быстрый поход, кстати. Ну давайте отправим в быстрый, хоть какие-то деньги получим, хотя бы на кирку. Нам нужно вокруг чекирочка, да? А, блин, я в кузню хотел зайти. Так, видите, наш персонаж таким образом становится сильнее. Заходя дальше и дальше и дальше, и ребитка, если мы становимся все сильнее, 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 сразу же сундук с оружием купим. Для этого нужен один этот. Давайте купим ключ. Все, ключ купил. Покупаю, значит, себе сундук с оружием. Опа, хорошо. Отлично, рыцаря. За одну монету. У меня даже одной монеты нет, чтобы рыцаря купить. Грустно. Так, надо бы открыть сундуки, кстати. Где они? Мне вроде в персонаж, да, вот сундук с оружием. Сразу же, думаю, можно себе какое-то оружие купить. Так, давайте. А, мы его открываем, кстати, в левой менюшке. Точно все забываю про это. Так, хорошо, открываем сундучок. У нас тут медный щит. Блин, я хотел меч. Мне дали щит. Ладно, окей, давайте наденем. Так, кстати, я так и не понял, куда щит надевать. Я, кстати, сверхразум забыл, что нужно будет сразу же 12 уровень, чтобы одеть бронзовые предметы. А у меня типа нулевой уровень, типа. Я тупой, забейте. Бывает такое, бывает. Оплошность небольшую сделал. Ладно, погнали. Все, с самого начала. Сразу же криперов бить и зомби. Не, сейчас, смотрите, изи вообще. Тупо изи, сейчас супер просто их убивать, кстати. О, все, у меня, кстати, уже появились первые деньги. Можно пойти себе помощника купить. И просто сейчас пока кликать. Но с помощником, мне кажется, будет быстрее. Погнали, сразу же помощника купим, чтобы моментально его прокачивать. Потому что если нас убьют, мы просрем деньги. Деньги не хотелось бы просирать. Так, зачем все зашел? В кузню. Нам надо, в кузню заходим. Рыцарь, давай покупайся, рыцарь. Опа, хорошо, рыцарь у нас есть. Телеку силы нам не хватит, пока 400 монет она стоит. Надо будет купить пещера, что у нас там в пещере. Через 5 секунд уже закончится, надо будет... А, кстати, сколько там кирка стоит? Кирка, сколько стоит кирочка? 1500 стоит кирочка, все, хорошо. Так, вот таким вот образом, да, вы скажете, мобов мало, но, чуваки, понимаете, на следующих локациях все больше и больше и больше и больше и больше мобов. Мне многие просто говорят, что долго проходится одна конкретная локация, но если вы будете кликать, в принципе, достаточно быстро все будет проходиться, я не знаю. Я вот пока играл, типа, мне надоело. В плане кликера, это обычный кликер, да, то есть, как бы, кликер с RPG-элементами, здесь вас, в отличие от обычных кликеров, могут убить. Многие жалуются, что при смерти теряешь сразу же много всего ценного, поэтому мы, скорее всего, переработаем эту систему, сделаем, что вы будете терять не 100% золота, там, и так далее, ну, возможно, чуть-чуть поменьше, да, то есть, как бы, процентов, может быть, 70 будете оставлять, то есть, процентов 30 будете терять при смерти. Сделаем более щадящую систему такую, а то, ну, мне кажется, да, все-таки чуть-чуть жестковато мы сделали. Вполне вероятно, что можно было сделать чуть проще, чуть полегче, ну, вот как-то тогда. Тогда, когда мы это делали, мне казалось, что это нормальная система, но многие прям начали говорить, что это слишком жестко, вот, ну, я подумал, то, что, в принципе, был прав. Также хочу извиниться перед всеми, сейчас еще видео, я уже написал 2 поста ВКонтакте и в сообществе в Ютубе. Вот, в своем ролике предыдущем про игру я сказал, что не будет реклам, которые вылазят на, ну, сами по себе, да, я вас немножечко обманул. Я даже не знал, на самом деле. Мы уже просто, видите, мы игру делаем уже очень давно. Мы делаем игру полгода, то есть, ну, и за это время уже очень много изменений было. И одна из первых реклам, которую мы добавили, это в кнопку отдохнуть, которая есть вот здесь вот слева снизу, да. То есть сейчас покажу, как раз добью 15 мобов, здесь у меня реклама запустится, я про это все расскажу сейчас. Вот здесь вот слева снизу есть кнопочка отдохнуть, да, где скиллы. Кстати, насчет скиллов, мне кажется, можно пойти какие-нибудь скиллы выучить. Эта кнопка нужна для того, чтобы регениться в лагере, для белой магии. Вот здесь я выберу черную магию, как видите, черная магия, она намного хуже сейчас, поэтому с ней будет очень тяжело развиваться, но ничего страшного. Поражает врага ядом, на время накладывает отравление, после смерти типического моба накидывает усиление атаки. Ну, давайте прокачаем, чтобы усиление атаки было. Еще прокачаем, и на остаток средств прокачаем ядовитый всплеск. Окей. Хорошо. Черную магию, видите, прокачали. Темную магию. Так, вот, видите, снизу у меня уже 40-45. Когда нажимаешь, вылезала реклама. Это был единственный момент, где реклама так вылезала. Вот, многие еще из этого захейтили, говорят, вот, Дмастер сказал, что не будет, сорян, чуваки, реально, я про это совсем забыл, поэтому извиняюсь перед вами, перед всеми, кто пострадал от этого, возможно, там, морально, там, или физически. Вот, ребята, многие, те, кто писали отзывы, я говорю, я отзывы прочитал, там некоторые прям вообще безумные были насчет того, что вот, попросил ставить 5 звезд. Хотя игра хрень, чуваки, это, во-первых, первая игра. Во-вторых, делали ее 2 разработчика по факту, да. То есть, как бы я чисто идеи вкидывал, придумывал весь концепт кликера, да. Вот, один писал код, другой рисовал все это дело, да. Многие говорят, что вот графика, а стой, чуваки, но это не AAA игра. И графика прикольная, она такая 2D-шная, миленькая, я не знаю, мне нравится очень. Посмотрите, вот, например, на скелета, да, вот сейчас скелет появится. Мне он очень нравится, скелетики, ну, все мобы, в принципе, достаточно прикольные, да. И это кликер, он простой. Это наша первая работа, я уверен, то, что в будущем
будущем мы сделаем еще что-то более крутое. Пока что в ближайшее время, полгода, год, два, три, в зависимости от того, как людям будет нравиться эта игра, мы будем ее поддерживать, дополнять контентом, возможно, добавим какой-то онлайн-контент, может, сюжетный какой-то контент добавим, квесты и так далее, да, то есть посмотрим. Пока что есть уже несколько наработок, несколько идей, которые мы будем реализовывать, как я и сказал, через 10 дней, потому что сейчас пока что мы, как видите, заняты тем, что, ну, фиксим баги, да, фиксим баги, фиксим недоработки, исправляем, где-то что-то доделываем, озвучку вот пофиксили, да. Так, вот смотрите, я уже 8-й рейд, скоро буду 12-й, смогу надеть щит, да, щит, так круто. Вот, и купить себе, чем я, хотя у меня уже 517 алмазов, знаете, мне кажется, я смогу сейчас быстренько еще что-то прокачать за, ну, то, что, в принципе, бесконечно. Вот, смотрите, сейчас нажму отдохнуть, у меня вылезет реклама, да, вот здесь. Вот, единственный момент, когда вылезает такая реклама, кстати, здесь какая-то странная реклама вылезла, вот, давайте я закрою просто и все. Странная реклама, ну, короче, увидели, да, то есть повезло, что вылезла именно эта реклама, то есть вот, вот так вот она вылезает, то есть и многим это не понравилось, чуваки, сорян, честно, я же сказал то, что я извиняюсь, потому что, ну, я сам был не в курсе этого дерьма, может, я уже говорю, я забыл, просто забыл про это. Вы можете верить, может, нет, можете говорить, что я все вру, там, обманываю или что-то еще, ну, это уже как бы за вами остается, то есть как бы, но если вам интересно, сколько мы заработали с игры, я вам скажу честно, за первый день там было что-то около... Блин, я сейчас так точно не скажу цифры. Давайте сейчас быстренько открою в браузере где-нибудь и скажу вам. В принципе, давайте сейчас менюшку выйду. Ну вот, короче, за первое, второе, третье число мы заработали за первое число, 1 августа, $6 с рекламы. Второго, $27 с рекламы. И третьего, $28 с рекламы. Всего у нас там получилось в сумме около $63 мы получили, да, да, ну плюс-минус. И, чуваки, как бы, да, вот, понимаете, это... Эти деньги, они нужны для того, чтобы выплатить разработчикам, да, то есть, как бы... Выплатить там мне и так далее. То есть, ну тут, понимаете, все фишка в том, что нужно выплачивать. То есть, как бы деньги нужны на разработку, но все остальное чуваки старались, реально разрабатывали игру полгода. Вот. И мы не добавили никакого доната пока что, ничего, все абсолютно бесплатно, да. То есть, как бы единственное, что есть реклама. И причем, если сравнивать с другими играми, поверьте, я много игр играл на телефонах, да, я знаю, в которых вообще нет рекламы, да, или что-то еще. Но здесь, типа, она прямо не бесячая реклама. О, 12 часов, сейчас будет ночь. О, ночь, да. Вот, если вы, конечно, не согласны, то можете написать какие-нибудь примеры, где вот прямо супер идеально, я постараюсь поиграть в эти игры, посмотреть, может быть, что-то оттуда возьмем вы в нашу игру, то есть как бы какой-нибудь, чтобы интересно, добавим, возьмем, я не знаю, посмотрим, чуваки, имеется в виду, пока что мы знаем, что делать, вот, и вот единственная проблема была вот с этой рекламой, да, за которую мне стыдно, что так получилось, сорян, чуваки, еще раз. Весь этот ролик, это по факту извинения перед теми, потому что, ну, там самый популярный отрицательный отзыв как раз таки про это, да, но вообще, на самом деле, чувак сказал то, что вот этот самый отрицательный отзыв, который там прям много лайков получил, то, что типа реклама не будет бесить и так далее. В принципе, это, ну, не бесячего. Видите, она у меня вылезла, я ее сразу же, в принципе, закрыл, то есть все, на это не проблема, по-моему, и больше ее нигде нет, она не вылазит тут налево, направо и так далее, просто предлагает тебе там, предположим, получить удвоенный бонус за просмотр рекламы, по-моему, это круто. Так, хорошо, все, про это все я проговорил, это уже отлично, отлично, я просто пытался как-то, не знаю, очистить свою карму, да, за то, что такая вот ошибка произошла. Кстати, у меня же 540 алмазов, я могу персонажа легко прокачать, где-то у меня, опа, могу урон, кстати, еще, блин, долго, дорого, лидерство еще качать, вкрить, давать лидерство, вкачать, не знаю, лидерство до 6%, опа, видите, вечное улучшение, общий уровень 7, то есть, ну, за каждую прокачку мы, видите, поднимаем общий уровень, у нас сейчас 7, у меня 3 на урон, 3 на лидерство и 1 на реакцию, то есть, как бы, вот так вот постепенно прокачивая персонажа, сможете проходить новые уровни, если доходите до тех мест, где там вас ваншотают, то прокачивать еще, то же самое здоровье, да, увеличивать и так далее, то есть, там, жизнеспособность и все в таком духе, ребятки. Ну что ж, ладно, на этом все, в принципе, все, что хотел показать, то показал, да, видите, теперь мне нужен 100 уровень, чтобы ребитнуться, до этого нужно вроде 50 уровень или какой. В общем-то, в принципе, на этом все, дорогие друзья, с вами был я, Демастер, да, подписывайтесь на мой канал, не забудьте перейти в Google Play, поставить отзыв положительный, если вы это сделаете, будет очень... Я буду очень признателен вам, потому что, ну, вы поддерживаете игру, это здорово, это круто, вот. Если вам игра не понравилась, то можете не ставить отзыв, лучше, чем поставить одну звезду и там писать, типа, ага, Демастер, лах, там, лалка, что-то такое. Зачем-то, я не знаю, зачем люди это пишут, они так пытаются самоутвердиться или что, но я не понимаю, если честно. Вот, потому что мы, если честно, старались, многие скажут, что вот, игра плохая, ну, чуваки, извините меня, пожалуйста, у нас нет компании из сотни разработчиков, которые будут день и ночь
помочь работать за идею, да, и разрабатывать игру. Я говорю, все это было сделано усилиями двух людей и меня. Двух людей, одного дизайнера, который все рисовал полностью, все это прорисовывал, да, все эти вот сценки, мобов и так далее. Одного, получается, разработчика, который полностью весь этот код писал, и меня, который вкидывал идеи. То есть, ну, у нас реально три человечка пока что. Возможно, когда мы сейчас получим какие-то деньги с рекламы, наймем новых сотрудников, расширим штат, сделаем все много круче, лучше и так далее, то, возможно, будет реально круто. Пока что все так, как есть. И, в принципе, я сейчас уже сижу, залипаю. То есть, эта игрушка такая залипательная. Пару часиков в день я в нее играю. Вот за эти три дня я отыграл, может быть, где-то, ну, часа 3-4. И, в принципе, неплохо. Пока говорил с чуваками в Дискорде. Очень удобно. Сижу, разговариваю, кликаю. Вообще, тупо, мне так даже как-то прикольнее. В общем-то, чуваки, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Домастер. Всем удачи, всем пока-пока.